Посольство Кыргызстана в Азербайджане в честь 95-летия великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова состоялась презентация книги «Когда падают горы» на азербайджанском языке. Перевод осуществил Нариман Абдулрахманлы. В этой книге главный роман «Когда падают горы», последний роман. Также вошли другие произведения. Да, ну здесь выбраны одни из лучших произведений, даже те, которые, может быть, не были еще переведены на азербайджанский язык. В первую очередь я хочу выразить свою благодарность Нариман Берию Абдулрахманли, а также нашему послу Айрату Налиеву. Это их идея, они вот, занимались этим новым изданием. Поэтому вам огромное спасибо. Также хочу сказать, что для Чингиза Айтматова Азербайджан был как вторым домом. У него было столько друзей среди азербайджанской интеллигенции. Также он близко общался с президентом Гейдаром Алиевым и в последующем, конечно, и сам Ильхом Гейдарович Алиев наградил его награды, орден дружбы, который сейчас находится у нас в доме музея. Об особом отношении Чингиза Айтматова к Азербайджану говорил и посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Османалиев. Он отметил, что книга, переведенная на азербайджанский язык, будет способствовать еще большему сближению двух народов. Большой вклад в укрепление, я думаю, в общей, в целом, дружбы. То, какой большой вклад в развитие кыргызско-азербайджанского взаимодействия внесет переведенная на азербайджанский язык «Когда падают горы», отметили и другие участники презентации. Уважаемые дамы и господа, сегодня действительно большое культурное событие происходит в Баку, именно посольство, кыргызское посольство. Я хочу поблагодарить от имени творческой интеллигенции азербайджанский народ, вас лично, то, что вы любили книгу нашего великого писателя. Стоит отметить, что перевод и издание книги «Когда падают горы» на азербайджанский язык было осуществлено при поддержке посольства Кыргызстана в Азербайджане и спонсорской помощи Ахмад Джавид Джейхуна. За особый вклад в развитие отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном президент Международного фонда имени Чингиза Айтматова вручил послу Кайрату Османалиеву медаль имени Чингиза Айтматова. Нашему послу Кайрату Османалиеву за огромный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, а также за все, что вы делаете ради наших культур. И хочу также выразить благодарность от Международного фонда имени Чингиза Айтматова. Спасибо. Автор перевода книги на азербайджанский язык Нариман Абдулрахманлы тоже был удостоен награды за свой труд. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу Умурбек, «Пирамида».